я очень рада вас видеть на своем канале, и это видео будет такое очень уютное, теплое, домашнее, поэтому запасайтесь своими любимыми напитками, как говорят многие блогеры, и давайте начинать. Вещи, которые вы увидите на мне, будут от женского бренда SL Ira, и это теменно. Почему у меня в голове так много мыслей, я не опережаю то, что я говорю. Это очень странно. И это будут именно те вещи, к которым у меня тянется рука изо дня в день, и от которых я получаю массу удовольствия. Все они очень теплые, нежные, комфортные, ну и, конечно же, уютные, невероятно уютные и красивые. Сразу забегая наперед, хочу сказать о том, что в конце этого видео будет конкурс, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, ну и, конечно же, участвуйте. Моя демонстрация начнется с того, что находится сейчас на мне. Вы видите свитер вот с таким вот горлышком, очень уютное. И самое основное, это трикотажный свитер, трикотажный костюм. Брючки я вам покажу чуть-чуть позднее. Ничего не колет. Это самое основное, потому что мне, например, не нравится, если я ношу вещи с горлом, и вот эта вот часть начинает как-то колоть, и все, мне некомфортно, сразу день не день, и все мне не мило, все мне не в радость, и я думаю, что у многих так, поэтому, конечно же, это такой очень важный момент. Штаники на завышенной талии, имеются кармашки, они, правда, не глубокие, но ручки помещаются, и хорошо. Сзади вы все видите, все, скажем так, подчеркнулось там, где нужно, все, что нужно. Они очень хорошо сидят по фигуре. Самый у меня маленький размер. И мне нравится то, что они не в облипку, они не в обтяжечку, потому что, ну, чувствовать себя как в каких-то лосинах я бы, наверное, точно не хотела. Мне хочется такого какого-то расслабленного, уютного состояния. И этот костюм мне это состояние дает. Вот так вот. Как вам? Напишите. Мне вообще очень нравятся простые вещи, потому что с ними можно играться, дополнять всевозможными аксессуарами, и сразу же образ начинает уже играть с другими красками. Следующий один из моих самых любимых вариантов. Я ношу черные ботфорты, такой вот сарафан. Он, конечно, невероятно, настолько удобный и так красиво сидит по фигуре, и обычный гольф, базовая вещь в гардеробе. Очень красиво. Я безумно люблю это сочетание и то, как смотрится. Мне нравится здесь то, что имеется вот такой вот деликатный разрез. Ну и, конечно же, посмотрите, как все выполнено. Настолько идеально, строчечка, ничего нигде не торчит, все идеально работает, молнии, потому что бывает такое, когда вещь вроде бы хорошая, но вот проблема с молниями, меня, например, всегда это напрягало. Еще, вы знаете, я очень сильно переживала, так как у меня грудь маленького размера, часто я говорю минус первого, что будет это смотреться, ну, немного странновато. Хотя, вы знаете, когда я его получила первый раз, я за другие вещи я не переживала. Я знала, что все будет идеально. За этот сарафан я переживала, потому что я сама по себе очень такая стройненькая девочка. Но когда я его померила, я поняла, что такое ощущение, как будто его прям на меня вот пошили. Мне нравится то, как подчеркнута грудь. Мне нравится, что это все настолько деликатно, нежно. Это не вызывающе. Мне нравится то, как он сидит по фигуре. Мне нравится то, что талия нигде не стянута, не передавлена. И то, что вот здесь, пожалуйста, есть еще запас. То есть, ну, как бы вот рука вмещается. И мне нравится то, что он стрейчевый. То есть он тянется. Соответственно, это очень-очень удобно. Ну и сзади, конечно, красиво смотрится. И вот этот вот сексуальный разрез мне тоже очень нравится. Я, если честно, кайфую от этого образа, от этого сарафана. Он такой классный, он такой сексуальный. И он так красиво подчеркивает фигуру, что, не знаю, это какая-то мега находка этого года. По крайней мере, в моем гардеробе 100%.
Следующая, одна из моих самых любимых вещей, это такое вот свитер-платье, очень универсальное, и у меня в двух цветах. Мне нравится вот такое вот серенькое, сочетайте с белыми своими кидишками, со своими сережечками, как я уже говорила выше, Massimo Dutti. Смотрится очень красиво, можно также носить с ботфортами, если вы любите ботфорты. Я, например, обожаю ботфорты, и частенько я и ношу как раз-таки такие вещи с ботфортами. Что еще хотелось сказать по поводу этой вещи, ее можно также сочетать с джинсами, потому что платье-свитер, как правило, достаточно, ну, красиво смотрится с джинсами. Единственное, я бы рекомендовала бы талию все-таки подчеркнуть каким-то ремешочком, тогда это будет более такой завершенный образ. Конечно, материал настолько приятный. Ну и вы видите, да, качество, ничего нигде не торчит, никаких ниточек, потому что для меня это очень важно. Дари. Следующее платье, которое вы видите на мне, оно такое же, как и предыдущее, ну, я имею в виду по фасону, единственное, другого уже цвета, очень приятное, все то же самое, что я и описывала до этого выше, единственное, я его уже немножечко по-другому ношу, то есть мне нравится сочетать его с сережками уже в черном цвете от Massimo Dutti, с ремешком из натуральной кожи, это также Massimo Dutti, с золотой фурнитурой. Красиво смотрится, подчеркивает талию, все как я люблю. Ну и плюс я его уже ношу с сапогами, это Balin. Две одинаковые вещи можно носить совершенно по-разному. То есть можно добиться такого легкого какого-то стрит-стайла, с кедами, с кроссовками, накинули поверх шарф, пальто, либо куртку дутую, не знаю, что у вас там из верхней одежды имеется, шуба, и пошли. Либо же более такой классический вариант, вечерний вариант, вариант на выход. Это как раз таки с вот такими вот дополнительными элементами, аксессуарами, и все. Образ уже по-другому смотрится. Я вот стою и понимаю, что мне нужно еще вам показать много-много вещей. Но это платье до такой степени удобное, комфортное и уютное, что я его не хочу даже снимать. Вот так вот. Ну, про качество, я думаю, в сотый раз говорить не стоит, потому что, например, вот это вот платье я уже успела постирать, и единственное, как я его гладила, я сейчас вещи вообще не глажу, я их только, ну, у меня есть парогенератор, я вам его покажу, многие меня просили показать парогенератор, прошлась этим парогенератором, и вот вещь вообще как новая, то есть, как я ее получила, при том, что я в этом платье уже щеголяла, наверное, так недели 2-3 стабильно, поэтому, конечно, после стирки я думала, что оно потеряет свой первозданный вид, но нет, я ошибалась, все так же, как после того, когда я первый раз примерила это платьишко. Так, следующее платье, которое увидите на мне вот в таком вот замечательном молочном цвете, очень красивое, и мне безумно нравится вот эта вот вставочка на талии, потому что она как раз таки и создает такой эффект более, что ли, тонкой талии, не знаю, можно ли так выражаться, но в любом случае с ней сразу платьишко смотрится гораздо красивее. Я сочетаю его со своими ботфортами черного цвета, кожаными, где-то в Швейцарии покупала, и с сережками черными, но решила не снимать. Его можно носить также с кедами белыми, которые я вам показывала в начале, с кроссовками. Поверх этого платья можно надеть пиджак, потому что оно по фигуре и будет смотреться очень красиво. То есть, например, женщинам, девушкам для офисного стиля, я думаю, что это будет актуально. Итак, следующее, это у нас вот такой вот замечательный костюм. Боже, он невероятный, мне настолько он нравится. Я, опять же, про качество говорить не буду, потому что я все достаточно близко снимаю, вам приближаю. И я думаю, что это и так все видно, здесь ничего нигде не торчит, идеально просто все сидит. Кармашки, как я уже говорила, не глубокие. На завышенной, конечно, талии оно
Ну, на попе тоже нормально сидит, мне нравится. Обожаю этот костюмчик. Забыла совсем сказать, то, что когда я делала подборку, точнее, составляла подборку, я делала акцент на том, чтобы все эти вещи подошли как можно большему количеству людей. Потому что для меня именно важно, чтобы вы для себя тоже что-то присмотрели. Смысл от того, что я вам покажу малиновую какую-то вещь, либо же салатовую, фуксию или еще что-то, если она будет неносибельна. То есть, ну какой смысл от этого? Я все-таки старалась сделать акцент на том, чтобы и вы смогли с удовольствием носить эти вещи, получая столько же тепла, комфорта и уюта, как это делаю я. Итак, я уже 350 раз за сегодняшний день переоделась, и давайте теперь поговорим о конкурсе. Самым интересным, вы должны быть подписаны на мой канал, и вы можете выиграть вещь, которую вы увидели сегодня на мне. Для этого вам нужно написать просто в комментариях понравившуюся вам вещь. Можете перейти на сайт SL Era, посмотреть, может быть, какая-то вам вещь там больше понравится, и я ее на себе не продемонстрировала, потому что, понимаете, там на сайте очень много всего представлено, и я физически не могла бы устроить магазин на диване. Поэтому, конечно же, выбирайте все, что вам нравится, пишите название модели, ну и, конечно же, напишите, как с вами связаться. Все. Результаты конкурса я подведу через неделю. Обязательно ждите. Я также на YouTube расскажу об этом и расскажу в своем Инстаграме. Поэтому, если вы не подписаны на мой Инстаграм, подписывайтесь в сторис и плюс отдельно трансляцию, точнее, публикацию я сделаю. Все, я вас всех очень сильно люблю. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Обязательно участвуйте в конкурсе. Я всем желаю удачи. Ну и, конечно же, пишите свои комментарии, напишите, какой образ вам понравился больше всего. Я вас всех люблю, целую, пока!